Всем привет, с вами Беслина Роблок. Сегодня я хочу показать пружинки на карте, которую я покажу в самом конце видео. Вот. Первая пружинка у нас находится в городе. Вот если пройти вот тут, можно в парке зайти в этот город. С той пустыни и парка. Если пройти вон от того домика, вот сюда можно пройти. Также вот от этого мини-городочка. Идем к красному домику, и тут будет вот эта пружиночка. Давайте с помощью нее найдем уже как раз губу. Тут всего существует 3 пружинки. Сейчас нам надо забраться вон туда, чтобы процесс был быстрее. Я стараюсь сделать все быстренько с помощью красной пружинки. Теперь пытаемся он как-то упасть туда. Тут у нас голубая пружинка. Вот просто так выбраться. Встаем почти на край, и можно вот так сделать. Теперь нам нужно пробраться вон на ту снежную локацию и к развалюхине. Вот и к развалюхе. Сейчас выберусь. Так, ну в принципе я почти в снежной локации. Теперь идем к твоей развалюхе. Там, кстати, будет еще медведь. Если подняться туда, там будет еще медведь какой-то. Игрушка. Так, и идем вот сюда, чтобы там не надо было ходить. И встаем вот сюда. Вот. И тут есть карта. Телепортируемся. С помощью пружинки. Пытаемся это все пропрыгнуть. Вот, готовы. Тут будет черная пружинка. Давайте поднимемся. У меня замедленный звук. Всех. Тут такой. Тут такой. Ускоренный. И эта пружинка объединяет способность скорости. И вот смотрите, с помощью этой пружинки может туда даже перепрыгнуть. Сейчас я опять туда поднимусь. Вот! Эта пружинка так не может. Видите, она просто падает в бездну. Значит, эта пружинка, вот. Вот такая прикольная пружинка. Как по мне, она самая прикольная, которая есть. Еще там есть мини-паркур. Чтоб не надо было его проходить, его можно запросто пройти. Я недавно прошла этот паркур. Я вам потом как-нибудь покажу, как я его пройду. Видите, там эту желтую штучку. Надо от этих чайников уклоняться, чтобы получить какую-то штучку. Не знаю, что это такое. Вот. Видите? Целый. Видите? Если мы прикасаемся к чайнику, то все. Вот. Тут что-то можем получить. У меня это есть, поэтому мне это не надо. Ну и вот сама карта. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока!